Занятие по развитию речи. Тема «Фрукты». Обогащаем словарь, развиваем память, внимание и мышление ребенка. Вводим в речь ребенка обобщающее понятие «фрукты». Развивающие игры для малышей. Тема «Фрукты». Полин, посмотри, что у нас здесь с тобой лежит на тарелке. Давай назовем. Груша. Каждый фрукт называем. Это? Груша. Это? Яблоко. Это? Лимон. Это? Апельсин. Син. Это фрукт называется? Банан. Банан. Ну, а это маленькая? Слива. Какого она цвета, Полин? Синего. Синего. Яблоко какого цвета? Красного. Красного. Груша у нас? Зеленого. Желтого. Апельсин оранжевый. А банан тоже желтый. Желтый. Тоже желтый. Молодец, Полин. А теперь давай посмотрим картинку, где растут наши фрукты. Фрукты наши растут в саду. Давай, посмотри. В саду. А вот так потрогай. Вот. В саду, на фруктовых деревьях, на веточках. Полин, давай скажем, да? Смотри. Фрукты растут на деревьях. Фрукты растут на ветках. Фрукты растут в саду. На этом дереве у нас растут груши. Груши. А на этом дереве у нас растут яблоки. Яблоки. Ну, молодец, Полин, умница. А сейчас мы с тобой поиграем в игру «Волшебный мешочек». Давай посмотрим, какие у нас с тобой здесь есть фрукты, Полин. Ну-ка, давай посмотрим. Складывай и называй фрукты. Что ты положила, Полин? Сначала посмотрим. Ты положила абрикос. Абрикос. Так, что кладем в мешочек? Грушу. Груша. Кладем в мешочек банан. Банан. И еще слива. В мешочек. И в мешочек кладем сливу. Все перемешали, Полин. А давай теперь ты будешь искать ручкой, да? У нас с тобой. Давай тарелочку подвинем. Ручку в мешочек, не подглядывай. Найди банан. Ищи, где у нас банан спрятался? Банан. Нашла, молодец. А теперь найди абрикос. Кругленький, ровненький абрикосик. Ну-ка ищи, где он там спрятался, абрикосик. Ну, доставай. Молодец. Что ты достала? Абрикос достала. Ну, давай. А что сейчас достанешь? Банан уже достали. У нас там осталась слива и осталась груша. Полина. Груша. Груша? Точно. Груша. Молодец. Ну и сливку доставай. Слива. Молодец. А теперь быстро складывай в мешочек все обратно. Раз. Два, три, четыре. Молодец, Полин. А теперь мы с тобой играем в такую игру. Я ставлю тебе корзиночку, мисочку, кладу листочек рядом с тобой, а ты слушай, что я попрошу тебя сделать. Вот, тарелка с фруктами. Полиночка, возьми желтый лимон и положи его в корзиночку. Желтый лимон и положи его в корзиночку. Так, зеленую грушу положи в миску. Красное яблоко положи на листочек. А синюю сливу на стол. Молодец, Полина. Умница. Что на тарелочке осталось? Банан и апельсин. А все вместе это, Полина, у нас с тобой фрукты. Скажи, фрукты. Фрукты. Молодец. Полин, а теперь мы с тобой соберем яблочко. Посмотри, какое красивое красное яблочко. Давай я кубики вот так вот немножко раздвинем в стороны, да, Полин? Чуть-чуть. А ты собери такое же красивое яблочко, как у меня. Ну, Полина, молодец. Что, Полиночка, у тебя получилось? Яблоко. Яблоко получилось. Хорошо, Полина, умница. А теперь, Полин, играем в игру. Смотри, запоминай и быстро... Отвечай. Берем с тобой яблоко. Что еще возьмем? Грушу. Грушу. А еще что возьмем? Лимон. Полин, лимон, лимон, лимон. Молодец. Давай, запоминай, что у нас. Лимон. Ну, вставай еще раз. Яблоко. Груша. Груша и лимон. Прячу, Полин, от тебя. Лимон, груша, яблоко. Молодец, Полин, как ты быстро все угадала. Умница. А теперь давай то, что у нас осталось. Слива. Апельсин и банан. Запомнила? Да. Давай еще раз. Слива,
апельсин, банан. Прячу, Полина. Слива, а банан... апельсин. Ну, умница, молодец, все фрукты отгадала. Молодец, Полин, какая ты умничка. Полин, давай теперь еще раз скажем, что у нас с тобой на тарелке лежит. Одним словом мы это все назовем фрукты. Фрукты. Молодец, Полина. На этом наше занятие закончилось.